Так, а у нас же был этот самый. Как он? Как он называется, скажите? Кстати, я вот забываю всегда повышать скиллы. У меня ж есть активные эффекты. Ладно. Вот, благословение Талоса, ребятки. Вот что мне надо было. И теперь, походу, я могу... Да, я могу проследовать за Умбалем. Азмобалани хилят Сино! Офигеть, я над имперским городом, ребята! Ну что ты разбавил? Асбаланга! Элнадар Ракувар! Вау! Посмотрите на это! Чё, всё что ли? Умарил уничтожен безвозвратно. Моя святая миссия завершена. Крестоносец, поднимись, встань и узри свет. Вдохни вновь и получи свою награду. Твоя божественная миссия завершена. Орден восстановлен. Враг девяти побежден. Орден должен служить мечом и щитом девяти в грядущие темные времена. Мы должны благодарить тебя. Тебе сопутствовал успех там, где мы потерпели неудачу. Ты и твои рыцари достигли цели. Наконец, наша мука окончена. Мы идем к девяти, дабы служить им в их обители в жизни, что придет за это. Ты можешь воззвать к нашим душам, когда будет нужно. Просто помолись на наших могилах, и каждый из нас даст тебе благословение девяти. Ах ты, спасибо. Прикольно. Пусть твой меч верно служит девяти, крестоносец. Прощай. Вот так вот. Так, а этот остался. Благодаря тебе моя душа освобождена от зла, пленившего меня. Я твой вечный должник. То, что казалось таким важным при жизни, что в нем теперь? Сколько весит оно по сравнению с самой душой моей? Я вверг меч в пучину зла вместе с собой. Благодаря тебе мы освобождены. Боги улыбаются таким деянием, благородный рыцарь. Рыцари девяти снова вместе. И подумать нельзя было, что это возможно. Мы все в большом долгу перед тобой. Я стал одержим злом с того дня, как убил сэра Кая на ступенях Приората. Я подначивал его, зная его нрав, а затем убил, когда он бросился на меня. Я убил его без жалости святым мечом. Я мог разоружить его или ранить. Но хладная гордыня завладела мною, и я убил его. Затем отправился на войну и не возвращался. Зло постепенно овладевало мною, пока я не стал жестоким правителем, грозой земель. А после смерти зло захватило меня даже крепче, чем при жизни. Благодаря тебе все в прошлом. Сэр Кай и я отправимся в Этериус вместе, как и раньше. Воистину, боги милостивы. Угу. Ну и все. Пусть девять направляют тебя. Лорд Акатош дарует вам свое могущество. Когда ваши силы подводят вас, то... Дебелла дарит вам остроумие и обаяние. Никогда не уставайте дивиться красоте этого мира.
Этот постамент специально построен для хранения реликвий крестоносца. Поместить все реликвии. Вот. Да, ребят. Я все-таки поместил все реликвии. Я не хочу с ними таскаться. Я надену все свое. Это ожерелье я продам. Я думаю, это будет правильно. Меч Умарила я тоже продам. И, в принципе, все. На этом моя миссия здесь окончена. Теперь что у нас? Теперь все у нас. Зенитар дарует вам удачу. Всегда прилагайте старания, чтобы достичь Кинарет мастерства. Кинарет дарует вам проворство месте. Диких животных. Угу. Сейчас я у всех возьму благословение. Думаю. Джулианос благословляет вас своей мудростью и своим наставлением. Не раздумывай своему знанию, ибо она делает. Великая мать все. Все живое умрет, мара дарует вам оживет. Свою выносливость. Крестоносец! Как это могло случиться? Лорд Крестоносец жив! Это чудо! Мы потеряли тебя в Горлас Молотаре. На тебе не было ни царапины. Мы похоронили тебя в крипте. Множество чудес припасено. И действительно. Мы знаем, что тебе удалось уничтожить физическую оболочку Умарила. Но, казалось, тебя не минула судьба пеленала Вейтстрейка. Скажи мне. Уморил, уничтожен. Да, сама его душа уничтожена. Тогда он уничтожен. Мы победили, и наш командир жив. Я должен рассказать остальным. Жив, жив. Так, ну что, в имперский город прогуляемся. Слушайте, а знаете, что мне интересно? У меня сейчас будут клинки повышаться или нет? 32. Рукопашный бой 14. Блин, жесткое проклятие. Очень многие, ребят, навыки просто тупо. Перестали действовать. Все-таки, ребят, ага, заберем наше зелье волшебства. Миссия завершена, и это меня радует. Очень была долгая такая квестовая линейка. Пойдем со мной. Все должны узнать. Ну, пойдем.
Слушайте меня, рыцари девяти. Сегодня мы были свидетелями неопровержимого доказательства силы и могущества богов, которым служим. Погибнув в битве с ужасным Умарилом, милостью девяти, крестоносец живет вновь! Как такое может произойти, вы спрашиваете? Что с нашим врагом? Что стало с Умарилом неоперенным? Неоперенным. Умарил был повержен крестоносцем. Ну и слава. Его дух изгнан в пустоту и уничтожен навечно. Он уже никогда не возродится. Возблагодарим девятерых! Их властью мир навеки освобожден от Умарила. Так, хватит болтать. Слава лорду крестоносцу! Приветствую, сэр рыцарь. Приветствую. Ну, пойдем со мной. Конечно, лорд. Салют, лорд крестоносец. Так, это что, я теперь могу попутчика с собой брать? А я только одного могу брать? Или всю толпу? Да, сэр. Следуй. Конечно, команда. Слушайте, прикольно. Я к твоему с... Да, команд... Пока. Чем могу с... Походу, только двоих могу брать. Пока. Че, вы со мной пойдете, ребятки? А, он только один, нет. Что я должен? Следуй за мной. Конечно. Ну, давайте возьмем попутчика, почему бы и нет. Лишняя подмога мне никогда не помешает. Вот. Это раз. А во-вторых, вдвоем всегда веселее. Так, имперский город. Жалься над старым ветераном воин. Что я могу... Так. У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиле. Ну-ка, родной, забери-ка вот этот меч к чертовой матери. И вот это тоже. И вот это. Это хорошая сделка. Тебе повезло совершить выгодную сделку. Так, закрой свой рот, достал. Честное слово. О, господи. Я у вас. Все, пока. До свидания. Так, починимся. Ребят, я сейчас предлагаю полностью пройти все задания в гильдии магов. Почему? Потому что, в принципе, заходи еще. Когда мне откроется создание. Привет, бретонцам! Вернее, не создание, а как сказать, университет, я там могу создавать свои заклинания. Если я буду создавать свои заклинания, у меня будут просто безграничные возможности. Не побоюсь этого слова. Просто безграничные. Так, стрельба у меня на полную, да? Так, ну ладно. Давайте заберем свой меч, а дальше подумаем, что делать. А меч мой в портовом районе, ну, в моем городе, короче. Все там же. Так, нет, не здесь, а вот здесь, вот он. Дейдрическая клеймора. Итого у меня 308 переносимый вес. Что очень-очень неплохо. Она нахреневает, когда видит, как я прыгаю по зданиям, блин. Бум! Опачки. Со мной он бежит. Я Аданрел. Я в унынии. Что случилось, родная? И тебе всего наилучшего. Узул, Грогр.
До свидания. Меня называют из... Так, что у нас там по гильдии магов? Так, нечестная конкуренция выполним. Вот, вступление. Меня приняли в гильдию магов, чтобы получить доступ к университету волшебства. Мне необходимо получить рекомендации всех членов гильдии. Сюда бегом. Мне срочно нужно к университету волшебства. Срочно. Просто срочно. Золотой берег, гильдия магов Анвила. Приветствую, стажер. Чтобы заслужить мою рекомендацию, тебе нужно просто показать свою физическую и душевную стойкость и способность к обучению. Ну хорошо. Тебе нужно много. Анвил. Гильдия магов Анвила гордится, что следует примеру Ганнибала Травина. Архимаг Травин был прав, запретив некромантию и наложив ограничения на прием новых членов в гильдию. Мартина Флория из Университета Волшебства значительно лучше владеет заклинаниями Школы Иллюзий, чем я. Так, обучение иллюзий. Добавлено задание. Отправляйся в Университет Волшебства. В отличие от тех пустяковых заданий, что ты получишь в других отделениях, это серьезное дело, и оно будет иметь значительные последствия. Приступим. Да, каково задание? Тогда позволь мне объяснить твою задачу. Совет магов поручил мне разрешить ситуацию с золотой дорогой. За последнее время на этой дороге было убито несколько торговцев, а еще больше пропало без вести. Совет попросил меня положить этому конец. Тебе нужно помочь мне в этом деле. Не опасно ли это поручение? Да, это может быть опасно. Но я не вижу причины оберегать тебя от ситуаций, с которыми гильдия сталкивается ежедневно. Я не желаю терять свое время на рекрутов гильдии, бесполезных для оперативной работы. Продолжай. Думается, убийство – дело рук мага-разбойника. Единственная связь между всеми жертвами – таверна Брина Кросс. Туда мы направили боевых магов. Тебе нужно отправиться на север, к таверне Брина Кросс, и поговорить там с Ириэль Джурард. Она даст тебе дальнейшие инструкции. Маг-разбойник. Некоторые маги не подчиняются правилам гильдии и не входят в нее. Порой они не ценят чужие жизни. Следы обморожения, обнаруженные на телах жертв, говорят о том, что к этим смертям причастен маг. Вероятно, это не более чем простое ограбление. Эти свитки дадут тебе достаточную защиту от магии холода. Если ты все-таки повстречаешься с этим магом-разбойником, используй их в нужный момент. Это тяжелое и опасное задание для тебя, я понимаю. Но тебя здесь никто не знает, и это может очень помочь. Кроме того, разве есть лучший способ совершенствоваться в искусстве восстановления? Практика – лучший учитель ситуации на грани жизни и смерти. Свитки, что я дала тебе, должны защитить тебя от волшебства. Он может использовать и другие трюки. Эта таверна находится к северу от Анвила. Поговори с Ариэль Джурард, когда прибудешь туда. Не теряй бдительности. Гильдия магов Анвила гордится, что следует примеру Ганнибала Травина. Мастерство и образованность свободны от черной магии. Это ужасно думать, что маг убивает беззащитных торговцев исключительно ради их товаров. Архимаг Травин закрыл двери университета для всех, кто не достиг определенной квалификации. По-моему, это мудрое решение. Это в имперском городе.
Возможно, однажды ты сможешь познакомиться с Архимагом. Он очень много сделал для нашей гильдии. Угу. Ну, хорошо. Береги себя. Кажется, я узнал. Так, мне нужно поговорить с Эриэль Джуралд в таверне Брина Кросс. Это вот здесь, да? Так, ну что ж. В принципе, недалеко. Очень недалеко. Сейчас мы сразу поговорим. Так, пещерка. Тут какая-то пещерка есть. А что-то домик или таверна или... В общем, что-то наподобие. Так, давайте в пещерку сходим. Ферма Витман. Вот, думаю, что-то нашел. Называется пещера хаоса. Сейчас посмотрим, что тут. Пещера хаоса. Вот название, блин. Никого. Пока, по крайней мере, никого не вижу. Сюда. Слушай, а тут реально никого, блин, нет. Какая-то пряжа, какая-то невиданная хрень, вообще не нужна никому. Ну, костер горит. Костер-то во всех пещерах горит. Ой-ой-ой! Растяжечка. Поздно увидел, зацепил. Ну ничего. Все хорошо, слава богу. А, это ты, родной. Я думал, кто тут... Ты куда потерялся? Скажи мне. Где ты был? Души, ребят, первая пещера на моей памяти в этой игре, где реально ни одного, ну да, где реально ни одного человека нет, ну ни человека, ни монстра, ни зомби, ни всякой, короче, подобной нечисти, реально никого. Так, значит, так. Так, а тут, в принципе, до таверны рукой подать. Вот уже и таверна.
Так. Добрый вечер. Добрый. Добро пожаловать в таверну. Если тебе нужна комната, насколько я знаю, гильдия бойцов. Что я могу сделать? Так, здесь ничего. Приветствую. Чем могу? Тебя послала Карахил? Так? Иди и поговори с Кристофом. Сними комнату на ночь. А когда будешь в своей комнате, я зайду навестить тебя. Ух ты, это заманчиво. Если кто-нибудь будет спрашивать тебя, говори, что торгуешь. Путешествуешь с товарами и ничего более. Не говори никому ничего другого. Нет, увы. Боюсь, я не знаю дороги в Чиндинхолл. Но желаю тебе удачи в твоих странствиях. Прошу извинить меня. Угу. Тебе что-нибудь нужно? Как дела? Я... Добро пожаловать в таверну. Дай угадаю, путешествуешь по делам? Ты не производишь впечатление человека, который будет слоняться без дела. Я разными товарами торгую. Ах да, я так и думал. Через нас много их проезжает, вернее, раньше проезжало. В последнее время их стало немного, все из-за... Ну, ты знаешь, из-за убийств. Мне не хочется особенно распространяться по этому поводу, все это плохо отражается на гостинице. Ладно, а тебе нужна комната на ночь? Да. Хорошо. Кровать находится наверху, в задней части таверны. Приятных снов. Знание — сила. Дробящему оружию учит, офигеть. Хозяин таверны. Кто б мог подумать? У меня лучшие товары и самые низкие цены во всем Сиродиле. Все так говорят, родной. Прошу прощения, правильно ли я расслышала, ты занимаешься торговлей? Покупаешь тут, продаешь там? Да. Тебя разве не волнуют все эти недавние убийства? На твоем месте я была бы очень напугана. Я сама уже несколько дней боюсь выйти из гостиницы. Береги себя. Мне бы не хотелось услышать об еще одной бессмысленной смерти. Удачи тебе. Еще увидимся. Говорят, синдикаты волшебников наложили вето на торговлю имперскими товарами в землях Альтмеров. Похоже, остров Сомерсет стал значительно более опасным местом, чем раньше. До свидания. Я чуть не помню, мне... До встречи, сэр. Мне сейчас получается... Рыцарь. Спать ложиться, что ли? Ну да. 9 часов. Давайте на 12. Ты спишь очень крепко для убийцы. Это хорошо. Ибо для того, что я сейчас предложу, тебе понадобится чистая совесть. Кто ты? Я Люсьен Лашанс, уведомитель темного братства. Ух ты! А ты? Ты убийца, отнимающий жизнь, пожинатель душ. Твоя работа — ремесло убийцы по нраву матери ночи. И поэтому я пришел сделать тебе предложение. Возможность войти в нашу уникальную семью. Я слушаю. Тогда слушай внимательно, ибо повторять я не буду. На зеленой дороге к северу от Бравила находится таверна «Дурное знамение». Там ты найдешь человека по имени Руфио. Убей его, и твое посвящение в темное братство будет завершено. Сделай это, и когда ты в следующий раз будешь спать в месте, которое я сочту безопасным, я посещу тебя вновь, неся с собой любовь твоей новой семьи. Так, Руфио умрет от моей руки. Превосходно! А теперь, пожалуйста, прими этот подарок от темного братства. Это... девственный клинок, и он жаждет крови.
пусть он верно служит тебе. Сейчас мы должны проститься. Очень надеюсь, что мы скоро встретимся. Так, а теперь давайте его, наверное, поспрашиваем. Мать ночи. Мы прославляем нечестивую Матрону. Из ее теневого лона мы вышли. Из ее груди мы всосали злобу и боль. Она любит своих детей. Руфио. Знаю, что этот Руфио старый и слабый, и спит целыми днями. Ты сможешь убить его, не дав ему шанса проснуться, если тебе так хочется. Темное братство. Доводилось ли тебе слышать о темном братстве, о смертоносной гильдии безжалостных наемных убийц? Присоединяйся к нам, и ты узнаешь, что темное братство — это и все это, и многое другое. Прежде всего, мы — союз единомышленников. Мы убиваем ради денег, ради удовольствия и ради отца ужаса Ситиса. Мы — семья, чьи узы спаяны кровью и смертью. Уведомитель. Да, я уведомитель, представитель темного братства. Мой голос — это голос черной руки, что руководит нашей организацией. Одна из моих обязанностей — находить выдающихся личностей, вроде тебя, и предлагать им место в нашей семье. Слухи. Говорят, щит крестоносца был найден. Он был спрятан в каком-то подземелье с ловушками или что-то в этом роде. Твой путь ясен. Отправь Руфио навстречу своей смерти. И темное братство примет тебя в свою семью. Вот так вот. Хорошо. Здесь мы можем поговорить без посторонних ушей. Когда ты отдохнешь здесь, тебе нужно продолжить свой путь по золотой дороге. Иди на восток в сторону Кватча. Я пойду за тобой. На некотором отдалении, вместе со своим другом, боевым магом. Не пытайся заговорить с нами. Просто поверь, мы сможем защитить тебя. Если на тебя нападет этот трусливый маг, можешь без колебаний применять любые меры, необходимые для твоей защиты. Когда этот маг проявит себя, мы выйдем из тени и быстро решим эту проблему. А теперь поспи. Тебе нужно хорошо отдохнуть. Ну, окей. Вот и отлично, ребят. Теперь мы можем спокойно вступить в темное братство. Сейчас гильдию магов закончим и пойдем туда. После ночевки в гостинице мне нужно отправиться по золотой дороге в сторону Кувача и быть постоянно начеку. Можешь говорить? Что ты хочешь? Так, по дороге в сторону Кувача. Продолжай, я слушаю. Извини, нет времени поговорить. Ну, нет так нет, что ж. От тебя веет. Боюсь, твое путешествие закончится здесь. Это что? Я заберу все, что у тебя есть. После того, как я убью тебя, конечно же. И я надеюсь, что ты окажешься побогаче, чем предыдущие. Они разочаровали меня. А ну-ка, родной, вынеси ее, а я проверю, насколько ты силен. Я еще только разминаюсь. Тебя не одолеть меня. Так это она, значит, ума. Получи. Давай покончим. Я тебя не боюсь.
Я еще только разминаюсь. Мне следует вернуться в Анвил и сообщить, что Каминалда уничтожен. Зелье волшебства. Ключ Каминалды, золото. Че ты стоишь, родной? Приказывай. Конечно, командир. Пойдем, пусть ребятки сами разбираются. А рубило у них такое жесткое. Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Надеюсь, я смогу, пап. До свидания. Ребята, что ж вы так это самое? Успокойтесь. Это они гасятся, конечно. Одного вынесли. Мы быстренько не теряемся, конечно же. Второй. А нет. Давай покончим с этим. Сейчас ты. Офигеть, они гасятся. Не смеешь противиться имперскому легиону. Давай покончим с этим. Помогите! Убийство! Хотя сказать, все-таки стражника убили. Вообще, да, убили. Отличная работа. Теперь золотая дорога стала немного безопаснее. Тебе нужно возвращаться в Анвил и сказать Карахил, что работа выполнена, а мы останемся здесь и позаботимся обо всем. Угу. Пока. Пока-пока. Не такая уж и простая эта девочка была. Как насчет мага-разбойника? Он был найден? Она-то, говоришь? И она мертва? Что ж, Ириэль и Рулиант сделали необходимое. Люди больше не будут гибнуть на дороге, по крайней мере, пока. Спасибо тебе, хорошая работа. Я отправлю мою рекомендацию Раминусу. Хотя, должна сказать, я сомневаюсь, что это принесет тебе какую-то пользу. Ты удивишься, как легко они забывают о нас, маленьких людях. Я могу вот показать. Вот. И тебе всего наилучшего. Добрый день. Я могу показать. Прощай. Что интересно, ребята, уже две рекомендации я получил. А сколько ж мне еще надо? Так, если я хочу продолжать учиться магии и иллюзии, мне стоит поговорить с Мартиной Флари. Ее можно найти в университете волшебства в имперском городе. Ну погнали. Может, мне уже доступ к университету волшебства, было бы неплохо. Так, я помогаю мне сюда. Сколько бы вы ни пытались, эта дверь не откроется. Прикольно. Что ж делать? Университет волшебства имперского города. Твою мать. Приветствую, магистр. Ты верно служишь гильдии. Я Каранья, мастер-волшебник. Как ты понимаешь, я занимаю слишком высокое положение, чтобы говорить с тобой. Так что займись своими делами, хорошо?
Удачного тебе дня. Так, ну здесь, конечно, лучше ничего не брать. Иначе меня просто накажут. Привет. Ты знаешь, что с Квачем? Говорят, Дейдра пришли из Обливиона и сожгли весь город дотла. О, нет! Точно! Хватит болтать! Я предупреждаю тебя. Убирайся, или я позову стражу. Да что ж такое? Что ж вы все такие злые? Где тут дверь? Что-то я не понял. Ребятки, это что, прикол? А где дверь? Точно. Хватит болтать. Убирайся, или я позову. Да все, все, ухожу, родной. Блин, да что ж за прикол такой, а? Так, валим отсюда нафиг. От тебя веет силой. Во. Короче, ребят, как бы я ни пытался, в университет волшебства я, естественно, пока не попаду. Соответственно, что мне делать-то? Походу, ничего. Пока ничего. Может быть, попробовать сначала выполнить другие задания гильдии магов. Так, Брума. Давайте отправимся сюда. Да, доступ в университет мне, походу... Тебя веет силой. Пока просто закрыт. Что такое тут, снежок, что ли? Сколько звезд на небе, господи. Красота. Так, а где это я вообще? А, на севере имперского города. Был тут, был, да, помню. Так, ну ладно, чё. Что такое молот и топор? Давайте. Ага. Не, кажется, надо подождать дня. Добрый день. Я Толган. Герольд графини Нарины Карвейн. Угу. Она просила тебя зайти к ней, когда тебе это будет удобно. Но поспеши, она ждет. Что от меня нужно? Графиня предпочла бы поговорить с тобой лично. По ее просьбе я также передаю тебе это вознаграждение как намек на то, что ожидает тебя в будущем. Моя госпожа ведет прием с 8 утра до 6 вечера каждый день. Это самое лучшее время, чтобы увидеться с ней. 25 золота. Графиня ведет прием каждый день с 8 утра до 6 вечера. Если ты хочешь получить аудиенцию у нее, пожалуйста, приходи в эти часы. Ты также можешь подождать ее в большом зале. Вот так вот. Ну давайте сходим. Нельзя заставлять девушку ждать. Тем более графиню.
будет некрасиво с моей стороны. Так, это приветствую. Сюда, да? Подай монетку. Так, то пошли. Я капитан Бурт, командующий. Я слежу, чтобы мои стражники относились к местным нордам и их обычаям со всем уважением. Пока. Так, а вот, походу, и графиня. Здесь, в Бруме, о тебе столько говорят, рассказы дошли до замка. Полагаю, вознаграждение, которое тебе выдал Толган, подогрело твой аппетит. Да, поэтому я и здесь. Позволь мне официально представиться. Я графиня Нарина Карвейн. Полагаю, выставленные здесь акавирские реликвии не прошли мимо твоего внимания. Можно сказать, что я в некотором роде коллекционер. Я потратила огромное количество денег и времени, чтобы собрать все эти частички древней истории. Могу сказать без ложного стыда, моя коллекция самая полная во всем Сиродиле и, возможно, даже за его пределами. Но один артефакт вот уже много лет ускользает от меня. Обладание этой древней акавирской реликвией сделает мою коллекцию завершенной. Конечно, я имею в виду драконий камень. Некоторые видят только конфликты между северной и южной культурами, но я верю, что переплетаясь, они и взаимообогащаются. Этот камень – прекрасный образец мастерства акавирцев. Носимый как амулет, этот талисман защищает своего владельца от ядов любого типа. Вот так вот. Камень выглядит как змея, свернувшаяся в клубок. Глаза этой змеи предположительно сделаны из драгоценных камней. Через свои источники я выяснила, что последним известным местонахождением камня были руины в Белом проходе. Хорошо, хоть не в заднем проходе. Кошмар. Тебе знакома история Белого прохода? Нет. Ближе к концу первой эры захватчики с континента Акавир попытались отвоевать плацдарм здесь, в Тамриэле. В это время империя была разделена на мелкие княжества. Рэмон Сиродил решил объединить их и сформировать армию, чтобы изгнать акавирских захватчиков. Это войско известно как армия Рэмона. Две армии сошлись на территории нынешнего Северного Сиродила. Акавирцы были сильны и хорошо вооружены. Однако их большой ошибкой было решение пройти к своей цели через Моровинд. Они недооценили могущество и хитроумие Вивека. Лорд Вивек сформировал альянс с королями дриугов, тех самых, что узнаваемы по трезубцам в руках. Из Моровинда он ударил по арьергарду акавирцев. Это не только заставило акавирцев сражаться на два фронта, они также были отрезаны от подкреплений и припасов, поставляемых по морю. Не совсем. Армия Рэмона знала, что акавирская армия управлялась из тайного командного поста в горах. По слухам, он находился в заснеженной долине, называемой Белый проход. Именно на нем Рэмон сосредоточил свое внимание. Когда армия Рэмона поднялась на горы Джерал, акавирцы неожиданно сдались. Решено было, что они оценили силы и обнаружили превосходство противника. Странно, что их командный пост и Белый проход так никогда и не были найдены. Было объявлено, что все это вымысел, и армия Рэмона отпраздновала победу. Мое внимание привлек тот факт, что этот пост все-таки существовал, и он был последним известным местонахождением драконьего камня. Если ты найдешь драконий камень для меня, я с радостью компенсирую твои расходы.
наградив тебя другим акавирским артефактом. Ты в деле? Да. Я знала, что ты согласишься. Хорошо. Давай я расскажу тебе о том, как можно найти камень. В мои руки попал дневник, написанный акавирским посыльным. Я подозреваю, что его текст может привести тебя к руинам. Вот перевод отрывка, который нам удалось прочесть. Он был сильно поврежден. Я также приложила набросок карты, находившейся в этом дневнике. Также я даю тебе ключ, который был найден вместе с дневником. Полагаю, он может пригодиться тебе, когда ты прибудешь на место. Нанятые мной разведчики уже пытались найти руины Белого прохода, но им удалось найти лишь первый из серии ориентиров. Эти ориентиры упоминаются в дневнике. Один из них, названный там «Коготь дракона», был найден. Я помечу эту скалу на твоей карте. Остальное за тобой. Мои разведчики доложили о жутком холоде и опасных существах, населивших те места. Все это вынудило их прекратить поиски. Будь осторожнее и возвращайся поскорее. Удачи! Дневник посыльного составит хорошую компанию камню в моей коллекции. Камень ждет, как и вознаграждение, которое ты получишь, если найдешь его. Он многие годы служил императору Уриэлю, и пока ему удавалось находить выход из самых невозможных ситуаций. Ага, тут даже можно домик купить. Так, дом я покупать не хочу. Да будет безопасным твой путь. Угу. Что-то случилось? Жалко, что эта витрина не закрыта под замок. О, а здесь можно попрактиковаться. Сильное зелье теплоизоляции. Ну, хоть какая-то практика взлома замков. Приветствую, гражданин. Так, а это у нас кто? Скала Коготь Дракона. Так, ну, все-таки, ребят, я сначала с магами разберусь, а там уже будет видно. Именно для этого я сюда пришел. Так. Нет, давайте сначала сюда. Вот сейчас похоже на северную провинцию Скарим, вот этот городок. Сразу у меня такое ощущение, что я именно реально в Скайрим играю. Снежок, ты похоже про Ныра. Валанаро, к твоим услугам. Нужно заклинание. Нужно что-нибудь перезарядить. Нужно сыграть с кем-нибудь остроумную шутку. Это все ко мне. Брума. Здесь слишком суровый климат для меня. Добавь немного шерсти Норду, и ты получишь медведя. Угу. Жаль, что Селена не участвует в наших развлечениях. Она очень серьезно относится к своей работе алхимика. Если нужны ингредиенты, обращайся к ней. Угу. Всегда держи свое магическое знание. Спасибо, что зарядил, дружище. Я тебя не забуду. Давай займемся делом. Урон 70 единиц на цель, ребята. Вы уверены, что хотите купить? Да, уверен. Вызов лорда Дремора. Да. Призванный меч на 15 секунд.
Превосходное обнаружение жизни. Велика рассеивание, велика повышение скорости. Слушайте, какой я шикарный купил. Какое, вернее, я шикарное купил заклинание, а? Так, вызов скелета, пофиг. Касание героя. Заходи. Спасибо тебе, добрый человек. Удачно. Так, сразу. Так, тепловой взрыв. И вот здесь вот. Вызов лорда демона. На четвертый. У тебя дня. Великолепно, просто великолепно. Это она за всю мою игру. Один из самых лучших видов магии. О, привет. Говорят, перчаток крестоносца больше нет в часовне Корова. Нету, нету. Точно. Еще увидимся. Да благословят тебя девять, друг мой. Кто-то прикалывается, блин. Можно взять свитки. Эй, привет! Ты должно быть новичок? О, как приятно видеть новые лица в гильдии. Если тебе что-то понадобится, дай мне знать. У меня есть друзья наверху, ну, ты понимаешь? Поэтому я могу сделать то, что другим не под силу. Я буду счастлива, если я смогу сделать что-нибудь для тебя. Может, когда-нибудь и ты окажешь мне услугу. Угу. Ты знаешь, как здесь нужно жить. Нужно завести побольше друзей и иметь занятой вид, так же, как и везде. Здесь она права, так же, как и везде. Члены гильдии, имеющие доступ в университет, могут создавать собственные заклинания. И еще они могут общаться с самыми высокопоставленными магами. Рекомендация? От меня? Ах, да, конечно. Естественно, Раминус захочет узнать мое мнение. Из этой ситуации мы оба можем извлечь пользу, стажер. Ты оказываешь мне небольшую услугу, и я с радостью отправляю блестящую рекомендацию. Если ты сможешь найти Джискара, я напишу рекомендации немедленно. Угу. Он исчез. Что за Джискар? Я хочу сказать, он действительно исчез. Никто не видел его уже несколько дней. Валанара думает, что это побочный эффект заклинания. Если кто-нибудь из совета заглянет сюда и обнаружит, что он исчез, это может иметь неприятные последствия для меня. Я не могу допустить этого. Поговори со здешними магами и постарайся что-нибудь выяснить. Если тебе удастся вернуть Джискара, ты получишь мою рекомендацию. Когда я опять увижу Джискара, я с радостью напишу рекомендательное письмо для тебя. Вся верхушка нашей гильдии находится там. Архимаг Траван живет там же, в башне. Это потрясающее место. Тебе обязательно нужно там как-нибудь побывать. Сама я там бывала неоднократно. Без него имперский город был бы совсем другим. Может, когда-нибудь, если ты познакомишься с нужными людьми, и у тебя будет шанс побывать там. Так, ну. Возвращайся ко мне, как только найдешь Джискара. Меня зовут Селена Арай. Так, Брума. Мне иногда кажется, что нам не рады здесь. Норды не очень любят средиземцев. Джискар. Послушай, ты мне нравишься и все такое, но я правда не хочу впутываться во все это. Если Валанара и Джискар хотят повеселиться, ладно. Я не буду в этом участвовать и не буду это обсуждать. Разбирайся с ними без моей помощи.
Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Зелье волшебства. Камней душ нет у нее, да, я так понимаю? О! Великий камень душ. Возьму. Есть что ей предложить? О, на. Зелье поглощения за 800. Спасибо, что... Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Понижение здоровья 50 единиц на 10 секунд. Урон ходом 45 единиц. Вызов Дейдрота. Куплю. Доминирование гуманоидом. Приказ гуманоиду. Отражение заклинаний. Ладно, тяжелое ранение тоже куплю вот это. Спасибо. Тебе спасибо. И тебе всего наилучшего. Так, кто там прикалывается, блин? Так, а что у нас внизу тут? Дверь открыта. Использование ключ гильдии магов. Вот оно как. А, так я тут могу находиться, спать, да, я так понимаю. Брать отсюда что захочу. Зелье противоядия. Прикольно. В принципе, так же, как и в гильдии, вот в этом городе, в первом, в котором я был, да? Фу, блин, как он называется? Господи. Корол, по-моему. А, нет, Анвил. Вот, да, Анвил. Так, ребят, короче, я вышел на улицу. Знаете, я так подумал, все-таки я, наверное... Слушай. Все-таки я, наверное, куплю здесь домик. Почему бы и нет? Так, где это? Где эта графиня? Я рада. Я как раз подыскиваю достойного владельца на один... Это милый маленький дом. Угу. Я с радостью заплачу. Превосход. Как я уже сказала, он находится рядом с главными воротами. Я сама осматривала его. И мне кажется, что этому дому не помешает новая мебель. Он показался мне почти пустым. Я уверена, что Сурутан из Наваромы... может предоставить тебе все не... Угу, спасибо. Да будет безопасным твой путь. Так. Давайте сразу обставим его. Да. Чуть-чуть упали, не страшно. Да, дом неплохой, но надо обставить. Естественно. Здесь что ли? Да, Наварома. Ты похоже проныра. Сурутан. Никакой нужды ехать в импер. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Думаю, можешь.
получилось. Тут можно много с тобой. Купить. С тобой. Спасибо. Ну-ка, на теперь немножко купи то, что у меня есть. Причем они 44, у него всего 600 за раз, да? Значит, 13. По 13 можно продать. Тебе... очень неплохо. Можно, думаю, и это честная сделка. Прокачать. Так, здесь по 36. Здесь по 16 можно. Тебе уд... Так, а вот тут только по 5. Я не могу. Прекрасная сделка. Так, камень душ, ну ладно. Расскажи об... И тебе все. Так, вон ну и приобретено все необходимое. Ну и хорошо. Мой дом в Бруме. Это вот этот, да? Так, ножницы, ножницы, ножницы. Так, вот это вот надо положить сюда. Так, еще, ребят, я кое-что нашел прикольного здесь вот из дома. Посмотрите. Морозный панцирь. 768 свитков, блин. Чего они тут делают, не знаю. Мы их сейчас тоже сюда положим, пусть лежат. Так, ну что, есть такое дело. Давайте теперь по заданиям. Джин Фрасарик попросила меня найти Джискара. Надо расспросить магов из отделения гильдии в Бруме. Опять сюда. Так, и к кому мне обратиться? Добрый день. Послушай. Я... Так, подождите. Пока. Ну, я расспросил еще. А, ну надо расположение найти. Приветствую. Так, что мне с харизмой? По-моему, все хреново. Да. Береги себя. Добрый день. Придется подкупить. Конечно. Ха-ха-ха. Слушайте, у нее максимальное расположение ко мне. А что ж такое тогда? Дела в гильдии. И тебе всего наилучшего. Твою ж налево. Так, ну допустим, ее я расспросил. Но здесь еще один есть.
куда? Сюда. Может, тут мне что удастся узнать? Объявление. Устали от шумных пивных? Приходите в таверну Радушия Джерлота. Тихая обстановка. Так, нафиг. Тихая обстановка, блин. А, вот он. Я слушаю. Ты хочешь найти Джаскара? Да, хочу. Хорошо. Думаю, я смогу помочь тебе. Но тебе придется кое-что сделать для меня. Понятно. И что бы ни произошло, не рассказывай об этом Джин, хорошо? Хорошо, что там у тебя? Вот молодец. Ты поможешь мне провернуть небольшое дельце, а я помогу тебе найти Джаскара. Джин... Фрасарик. При всем уважении к нашей прекрасной руководительнице, она абсолютно не сведуща в магии. Это оскорбительно, учитывая то, где мы находимся. Мы работаем на нее, но она ничего не понимает в нашем деле. Ей как-то удалось умаслить нужных людей, чтобы занять этот пост, и мы ничего не можем с этим поделать. Но у нас свои методы выражения недовольства этой ситуацией. Половина совета магов подала в отставку. Уверен, тебе это понравится. Я научу тебя заклинанию, которое открывает замки. Тебе нужно забраться в письменный стол Джин и принести мне ее руководство по искусству магии. Ее комната наверху. Только смотри, чтобы никто не видел тебя. Сделаешь это для меня, и я сделаю так, чтобы тебе удалось найти Джаскара. Ну что ж, скрытость, конечно, у меня хорошая, поэтому... Иди и открой ее комнату, легко найти. Принеси мне руководство. Ну понятно, понятно. Принеси. Всегда держи свою магию. Дай мне знать, когда закончишь с этим пустяком. Так, ну что? Скрыть письменный стол, хорошо. Полным делом. Наверху, значит, да? Пойдемте шариться. Наверх. Это вот этот, что ли? Руководство по искусству магии. Вот что мне нужно. У меня в руках. Мне нужно отнести его в Аларанара. Привет, ребятки. Как поживает наша шуточка? Я вижу, книга Джин у тебя. Отлично! Давай я возьму ее. Встретимся здесь, в жилых помещениях, после 10 вечера. Угу. После 10, значит. Хорошо. Стой! Нельзя нарушать законы. Заплатить золотом. Процедура такова. Да ну тебя, свои процедуры, блин. Заплатил штраф. Так что все хорошо. Время. Время. 5 вечера, значит, ждем. После 10 он сказал. Значит, 5 часиков ждем. Да чтоб тебе, блин, соберись. Найдешь Джаскара. Просто смотри, и ты увидишь. Не понял. Да. Угу. Привет. Я слышал, ты ищешь меня. Прикольно. Пожалуйста, не злись. Мы просто развлекались. Угу. Мы все устали от того, что Джин командует нами, хотя сама почти ничего не понимает в магии.
поэтому мы время от времени разыгрываем ее. Мы решили, что пора переходить к следующему розыгрышу. А этот все равно нам уже наскучил. Так что ты можешь пойти и сказать ей, что я нашелся. Так, гильдия магов. Здесь в гильдии Брумы особо нечем заняться. Угу. Мне никогда не надоедает находить новые способы одурачить ее. Да, это все было очень забавно. До свидания. Ну, давай, давай. Я слушаю. Пожалуй, она мне нравится. Жаль только, что она не очень разбирается в своем деле. И все же я не думаю, что она заслуживает того, что мы над ней так издевались. Пока. Так, ну давайте теперь с нашей красавицей поговорим. Где она? А, она наверх пошла. Сейчас она меня обматерит, я чувствую. Ку-ку, просыпаемся, девочка. Как идут поиски Джискара? Тебе удалось его найти? Да? Что ж, я думаю, это хорошо. Извини меня, мне кажется, я одну вещь потеряла. А, ладно, сейчас не стоит об этом говорить. Твоя часть сделки выполнена, и теперь я должна выполнить свою. Раминус получит мою рекомендацию. И не забывай обо мне, когда закончишь обучение. Я уверена, мы еще сможем помочь друг другу. Вот так вот. Гильдия Анвила заслужила хорошую репутацию под руководством Карахил. Тебе доводилось слышать, что недавно они поймали убийцу? Еще увидимся. Ну что, ребята, вот еще одна рекомендация у меня в руках. Отлично. Просто великолепно. Так. Сковокога дракона. Кона, нож, мечи, обучение. Вот, вступление в гильдию магов. Что дальше? Дальше, походу, мне вот сюда. Ну что ж. Теперь мне путь лежит Небенийский бассейн. А нет, вот сюда. Давайте последуем тот город, здесь мы еще не были. Так, а что тут есть? Товары Борбы. Ух ты, симпатичный мостик. Ты похоже проныра. В принципе, город как город. Самый что ни на есть обычный город. Брукус сирота. Пожалуйста, будь великодушен, добрый господин. Это лишь легенда, конечно. Пожалуйста. Это ли, конечно. Да прибудет с тобой благословение, Акатоши. Так, ладно. Гильдия магов Чейдинхола. Так, ну у них сейчас закрыто. Понятно. Хотя нет. Открыто. Приказывай, командир. Так, конечно. Следуй за мной, родной. Я Магиус Орентур из гильдии магов. Угу. Я делю свое время между гильдией Чейдинхола и проведением собственных исследований на Ивовом берегу. Ну, давайте побеседуем теперь с ним. У Трайвонда есть лучшее заклинание щита, которое можно найти за пределами университета волшебства. Если оно тебе по зубам, стоит выучить непременно. Тебе нужно поговорить об этом с Фалкаром. Рекомендации, да? Похоже, у гильдии Брумы сейчас целая куча проблем. Джин не справляется с ролью руководителя.
Я очень люблю Чиддинхолл. Здесь я... Прощай. Так, ни о чем он мне не рассказал. Что именно тебе от меня нужно? К сожалению. Я Дицан, Магиус, гильдия магов, да. Так, чему ты меня займемся можешь... обучением. Научить ничем. Наше отделение не может похвастаться обширной программой обучения. Я могу научить базовым приемам изменения, но это, пожалуй, все. Наше отделение не может похвастаться обширной... Боюсь, тебе придется говорить об этом с Фалкаром. Она мне рекомендацию не даст. Ну, некоторые ладно. Поговаривают, что Травин... Все в порядке. Удачного тебе дня. Ух ты! Можно... Говорят, перчаток крестоносца больше нет в часовне Корола. Мне это было неизвестно. Камни можно взять на халяву. Точно. Добрый вечер. Это хорошо. Так, с кем же мне еще тут побеседовать? Да будем мы благословлены. Тебе не кажется, что с колодезной водой что-то не так? Она имеет странный вкус. Нет, правда? Без вопросов. Бедная Тивела. Говорят, она перевернула вверх дном весь Чиддинхолл в поисках своего мужа Райта. Надеюсь, так. С ним не случилось ничего страшного. Предлагают мне... войти в другие двери. Так, а в другие двери это в какие другие? Где тут эти двери? И похоже, пран. Дверь открыта. Использование ключ магов. Ключ гильдии магов. Так. Халява, плиз. Ух ты. Зелье магии, это неплохо. Возьму. Интеллект мне не нужен. Что-то я не понял. Деревянная дверь, но нужен ключ. Офигенно, что я не зайду? Время сколько? 2 часа ночи. Ну-ка, давайте подождем. Если вот так вот. Может быть, дверь будет доступна? Твою дивизию, блин. В чем дело, стажер? Вот. Только не говори мне, что тебе нужна рекомендация. Гильдия магов. Гильдия все еще сильна, все родили. Но принятые в недавнем прошлом неверные решения сильно ослабили ее. Возможно, даже уничтожили. Увидим еще. Райт Литандас – один из величайших художников Сиродила. К несчастью, он пропал. Его жена Тивелла вне себя от горя. Опасное художество. Задание. Добавлено. Рекомендация. Не трать мое время попусту. Так ты приступаешь к решению задачи? Иначе не получишь мою рекомендацию. Да понятно, блин. Да, что нужно сделать? Хорошо. Сейчас объясню. Имеется так называемое кольцо тяжелой ноши. Я экспериментировал с ним. Один тупой стажер наложил на него лапы и умудрился потерять его. Если бы я не был уверен в обратном, сказал бы, что он намеренно бросил его в колодец за зданием гильдии. Зачем он так сделал, выше моего понимания. Достань оттуда это кольцо для меня. Если тебе это удастся, я подумаю насчет того, чтобы отправить рекомендацию в университет. Этот колодец закрыт, так что тебе понадобится ключ. Он есть у Дицан. Теперь ступай. Угу. Это необычное кольцо, понимаешь? Ты можешь обнаружить, что носить его совсем непросто. И не говори, что я не предупреждал тебя. Че, ну по весу там жесткое, наверное, какое-то. Мне кажется, я предельно ясно объяснил тебе твою задачу. Все ясно. Или мне повторить еще медленнее? Да, раздражается. Без рекомендации от глав отделения гильдии тебе никогда не попасть в него.
Думаю, это одна из тех немногих вещей, которые Травин сделал правильно. Но, конечно, ты можешь отправиться в имперский город и постоять перед его воротами. Тебе придется привыкнуть к подобным запретам. Уже был, уже стоял. Похоже, у гильдии Брума сейчас целая куча проблем. Я глава гильдии магов Чейдженхолла. Это большая честь. Но у них не было выбора, так как я единственный относительно компетентный маг здесь. Так, ну все, ладно. Береги себя. По заданию все понятно. Поэтому сейчас за зданием, он сказал, да, этот колодец находится. Так, давайте. Значит, по карте. А, нет. Еще ключик надо взять. Родная. Для меня страх. Радость, говори. Мы можем поговорить, пока Фалкар нас не слышит. Если бы я не была уверена в обратном, я бы сказала, что он пытается убить тебя. Он дал бедному Виткуну это же задание, и больше мы его не видели. Я почти уверена, что здесь есть взаимосвязь, но я не могу доказать это. Поэтому будь начеку. Мне бы не хотелось потерять еще одного стажера. Вот ключ и еще кое-что. Я не знаю, пригодится ли это тебе, но судя по тому, что я слышала о кольце Фалкара, это может оказаться полезным. И если тебе удастся узнать, что произошло с Виткуном, дай мне знать, хорошо? Он был стажером, как и ты. Звезд с неба не хватал, но очень старался. Он получил задание от Фалкара, а затем исчез. Как будто испарился. Никто не знает, что произошло, а Фалкар не хочет даже говорить об этом. Просто выполни полученное тобой задание. Мы поговорим, когда ты закончишь. Ну, окей. До свидания. Так, ну что? Вот он, колодец этот. Так, подождите, я не понял. Я чуть перестарался. Вот сюда, да? Дверь открыта. Ну, погнали. Так. Родной, ты смотри, это самое, задохнешься, мне-то пофиг. Я под водой могу дышать сколько угодно. Как говорится, сколько влезет. А вот ты там поаккуратнее. Опачки. Вы посмотрите на это. Кольцо тяжелой ноши. А вот вам, пожалуйста, это о чем я и говорил. 150 кг оно весит. Соответственно. Так, мне удалось найти кольцо тяжелой ноши, следует отнести его Фалкару. Так, ну я подозреваю, что вот здесь придется выгрузить мне большинство моих, так, предметов. Вот так вот пока сделаю. Надеюсь, никто не сопрет. Сейчас отнесу это кольцо туда. Вот. Этот уже начинает задыхаться потихоньку. Ты там как, живой? Где он? Ладно. Неважно. Боюсь, в твое отсутствие, стажер, произошли не самые приятные вещи. Это может коснуться вопроса о твоей рекомендации. Что случилось? Он мертв? Ох, я знала это. Я знала, что нечто подобное обязательно произойдет. Фалкар, должно быть, все знал и ничего не сказал. Как он мог допустить, чтобы это случилось? Спасибо за известие. И извини, что тебе участвовать во всем этом. Брось его где-нибудь еще. Я не думаю, что оно действительно было ему нужно. Думаю, это была просто дурацкая шутка с его стороны. Угу. Прикольно.
Я признаю, это моих рук дело. Я не могла смириться с таким положением вещей. И когда тебе пришлось отправиться за этим кольцом, ну... Я так устала от того, как с нами обращается Фалкар. Я волновалась о тебе и была зла из-за Виткуна, поэтому я открыто выступила против Фалкара. Он разъярился, когда я сказала ему, что помогла тебе. А когда я пригрозила ему, что доложу обо всем совету магов, я думала, что он вообще убьет меня. Он впал в бешенство. Я не разобрала все, что он вопил, но одно услышала. Он прокричал, что наши дни сочтены. Затем он выбежал наружу. Я даже не знаю, написал ли он рекомендацию тебе. Извини. Я не думала, что все так случится. Наверное, тебе стоит пойти и посмотреть, написал ли он ее. Посмотри в его комнате, это в жилых помещениях. Если увидишь записку, а может что-нибудь необычное, дай мне знать. Я с радостью отправлю это совету. Какое горе, он не заслужил такой участи. Я многое могу. И тебе всего наилучшего. То есть, грубо говоря, по хорошему счету, вот это кольцо тяжелой ноши, оно ничего полезного не несет, кроме 150 килограмм лишнего веса. Мечку возьмем. Так, в столе, она сказала, да, можно пошариться. А, сюда вот. Зелье прыжка, прикольно. Стакан для кистей. Так. Так, ну давай, родной, соберись. Отлично. Черный камень душ. В комнате Фалкара нет никаких следов рекомендательного письма, но мне попались черные камни душ. Нужно немедленно отнести их Дитсон. Ну давайте отнесем. Для меня такая радость видеть тебя, что я сейчас лопну от счастья. Что это? Черные камни душ? Боги, все хуже, чем я ожидала. Хорошо, я возьму их у тебя. Они понадобятся мне для доклада совету. Скажи, тебе удалось найти хоть что-нибудь, похожее на рекомендацию? Нет? Тогда я напишу ее сама и приложу к посланию совету. В свете последних обстоятельств... Думаю, они найдут их более чем приемлемыми. Ну, спасибо. Пока. Кто-то сыграл очередную злую шутку. Так. А я, наверное, выложу. И почему именно она все время становится жертвой подобных выходок? Выложу вот это кольцо тяжелой ноши. Не хочу я с ним таскаться. Пойду подберу свое барахло в колодце. То жалко бросать, чё ж. Так, раз, два, три, четыре. Слушайте, ой, блин, ребята, вы посмотрите на это. Мой дружок скопытился. Плохо, 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 очень, очень, очень плохо. Я еще думаю, откуда здесь щит крестоносца? Вот откуда. Ой, бедолага, так был верен мне, что скопытился. Ну ладно. Сделал он, конечно, большую глупость. Надо было всплывать, а он вот это вот. Так, ладно. Что у нас по заданиям? Нож в ночи.
вступлению в гильдию магов. Так, продолжаем. Продолжаем проходить задание гильдии магов. Так, Корал, следующий город, который нам надо посетить. И там, наверное, меня ждет очередное задание. Так, подождите. Да. Слушайте, а Корал новый достаточно город. Я так смотрю. Мне казалось, я тут уже был. Но нет. Ты похоже. Оказывается, нет. Хотя. Не, кажись, не был. Недавно мне повстречалась пара грязевых крабов. Так. А вот и гильдия магов. Местная. Следующая рекомендация будет от кого? Я привыкла восхищаться тобой, но оказывается и ты не без греха, как и все мы. Так, Корал. Кто здесь лучше всех? Кроме меня, конечно. Хозяйка серой кобылы довольно мила. Она и капитан стражи были бы хорошей парой. Говорят, графиня последнее время выглядит очень Прощай. Ты, похоже, проныр. Рад познакомиться с тобой. Я Атрагар из гильдии магов. Чем я могу служить тебе? Чему ты мне тебе нужно научить? Многому научить. Так. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Вызов Дейдра-паука. Так, вызов скелета-воина. Так, не буду я это брать. У меня вызов этого есть. Поэтому... Так. Знания Гильдия магов. Тренировки и заклинания. Со временем такое однообразие надоедает. Возможно, когда-нибудь я смогу перебраться в университет волшебства. Тренировки и заклинания. Если ты хочешь узнать больше о магии изменения, было бы разумно обратиться к морскому зубу. Если ты сможешь найти его, конечно. Я думаю, сейчас он обитает где-то к северу от Бравила. Проводит почти все время в Небинейской бухте. Я не оговорился. Именно в Небинейской бухте. Обучение изменению. Найди морского зуба. Ну, хорошо, еще понял, увидимся. Понял. Так... Можно пооткрывать. Отмычки-то кончились. Во, блин. Так. Надо пойти еще подобывать. Добрый вечер. Запрещено рабство. Так, Домат. Есть вроде. Дресс и Тлаалу отказались от работорговли и освободили всех своих рабов. Вот что еще интересно, в гильдии магов можно очень хорошо прокачать взлом. Похоже, в землях Данмеров настали смутные времена. Здесь нельзя. Еще увидимся. Ну ладно. Так, обучение изменению. Ага, вот сюда. В затопленной шахте я был. Ну, в принципе, туда могу быстро переместиться, чтобы уже не мучиться. Так, и куда? Вот сюда, да? А это у нас кто? Да? Друг из Аргонии, как я рад тебя видеть! Не будь ты одной со мной расы, я бы заставил тебя пройти испытание, но я не сомневаюсь в твоих способностях. Я к твоим услугам. Если тебе нужно обучение искусству изменения, то учитель перед тобой. Так, обучение изменения. Береги себя. Что-то я не пойму.
А, ну да, так как у меня самый высокий скилл по изменению, то, в принципе, задание засчиталось автоматом. Так, давайте иллюзия. Попробуем получить. Походу, это тоже сразу зачтется мне. Так. А, хрен я. Хрен я обучусь иллюзии, ребят. Поэтому опять возвращаемся сюда. Ребят, что-то не то. Замкнутый круг получается. В университет я не могу попасть, так как там забаррикадировано. И здесь ничего. Никаких диалогов ни с кем. Химия. Так, крохотный камень душ. Маленький камень душ. Блин, а что ж делать-то, а? Если... Ага, стопы. Ладно, попробуем открыть. Ку-ку. Что такое, стажер? Тебе что-то нужно? Да. Все выиграли от запрета некромантии в гильдии. Так стало значительно безопаснее. Поздравляю с вступлением в одну из наших местных организаций. Это поможет тебе обзавестись нужными связями. Боюсь, я не могу написать ее вот так сразу. Это противоречило бы всем правилам, понимаешь? Но если ты сможешь решить одну небольшую проблему, связанную с Ираной... Ты сможешь доказать свою верность гильдии и заслужить мою рекомендацию. Угу. История наших отношений с ней весьма неприятная. Она игнорирует правила гильдии и ошибочно полагает, что я злоупотребляю своей властью. Я видел ее в городе. Хотя она не приближалась ко мне, я знаю, что ей что-то нужно. Я прошу тебя выяснить, что именно ей нужно. Выясни, зачем она явилась и как мы можем избавиться от нее. Я не хочу, чтобы она находилась здесь и распространяла свои байки. Пальцы горы. Университет волшебства, святая святых гильдии магов. Это я знаю. Да. Поторопись. Я хочу как можно... Так, все, нашли мы, кто нам напишет очередную рекомендацию, слава богу. Теперь можно приступить к заданию. Так, на выход. Ираной и выяснить, почему она оказалась в Короле. Чувствительно.
время у нас 12 часов дня. Ну вы посмотрите на погоду, это ужас какой-то. Что ты хочешь? Джоффри. Этот старик из Приората Вейнон? Это небольшая община за стенами города, к юго-востоку от ворот Корла по черной дороге. И рано. Она остановилась в одной из комнат наверху, но мне кажется, она проводит большую часть времени возле гильдии магов. Я не знаю, что у нее за проблемы, и меня это не волнует. С деньгами у нее все в порядке, это все, что меня интересует. Ну да, платит вовремя, да и все. Ты уже знаешь, что дочь Сидниус пропала? Очень печальная новость. У меня есть свободная комната. Хорошо. Пропавшая дочь. Сидниус очень волнуется за свою дочь, Дарма. Если ты думаешь, что сможешь помочь ей, найдешь ее в Северных товарах. Это ее магазин. Мне довелось прочесть одну из книг Касты Скрибонии. Полная ерунда, по-моему. Ну, некоторые. Удачного тебе дня. Так, а это кто? Мои сыновья. Где мои? Она тут, в городе. Думаю, либо в серой кобыле, либо бродит вокруг гильдии магов. Большей частью своих знаний я обязан человеку по имени Пронал. Давно это было. Он был отличным учителем. Возможно, тебе стоит взять уроки у него. Я встретил его в Хаммерфелле. Но, как я понимаю, несколько лет назад он переехал в Сирадил. В таверну Рокси, вроде бы. Обучение владению тяжелыми доспехами. Но это мне не надо. Если хочешь узнать больше, тебе нужно найти Пронала. Да, Ралус и Антус. Они собираются сразиться с чудовищами, нападающими на нашу ферму. И я опасаюсь за их жизнь. Последние несколько дней эти твари постоянно нападают на нашу ферму, что недалеко от Корала. Они приходят откуда-то со стороны Великого Леса. Я не знаю, откуда именно, но Ралус, возможно, сейчас знает больше. Мои парни намерены уничтожить их, даже если стражники не помогут. Неважно, что угроза за пределами городских стен. Опасность грозит всем. Они ждут, что я пойду вместе с ними. Но, боюсь, я слишком стар. Я уже не тот воин, что прежде. Не можешь ли ты пойти вместо меня? Да, я помогу. Почему-то я был уверен, что ты примешь такое решение. Я должен был встретиться с ними возле Приората Вейнон. Тебе лучше сразу начать собираться в дорогу, чтобы успеть туда вовремя. А мне... мне нужно выпить, чтобы успокоить мои нервы. Пожалуйста, прошу простить меня. Так, ну что, еще два задания. Хорошо. Так. Так. Давайте вот этот. Что, опять сюда? Да ладно. А, она наверху, точно, мне же сказали. Так, здравствуй, красавица. Ах, да. Ты же маг гильдии, так ведь? Впрочем, не как остальные. Да, да, это хорошо. Есть небольшое дело, и мне могла бы пригодиться твоя помощь. Это дело не стоит того, чтобы ради него беспокоить твою гильдию, уверяю тебя. Лучше всего, если это останется между нами, хорошо? Что скажешь? Давай. Превосходно. Это простая задача, правда? Тебе нужно только найти для меня книгу. Эта книга называется «Пальцы горы».
Для тебя она бесполезна. Ты все равно не сможешь прочесть ее. А я могу, и мне этого очень хочется. Ты найдешь ее в старых руинах, называемых Облачная вершина. Это к северу от Корала, в горах. Боюсь, правда, я не знаю их точного местонахождения. Возвращайся ко мне сразу же, как найдешь ее. Только не говори о ней Тикиусу и другим из вашей гильдии. Я хорошо отблагодарю тебя за труды. Пальцы горы. Обновленное задание. Я не знаю, вестись мне на ее просьбу или все-таки сказать. Или все-таки сказать об этом. Реально не знаю. Пусть убийства твои будут скорыми и многочисленными. Но заморышем тебя не назвать. Хочешь вступить? Если ты хочешь вступить в гильдию, тебе нужно поговорить с Виленой Донтон в Корле. А за... Хорошо. Обучение, постель и отличная тяжелая работа. Нет ничего лучше. Так, давайте сюда. Так, подождите, нет, ошибся. Сюда. Теперь сюда. Ну и теперь, видимо, я сейчас все расскажу. Так, значит, так. Рад познакомиться с тобой. Я не знаю деталей, но слышал, что она подавала жалобы в совет, пока они не сняли Тикиуса с его должности в университете волшебства. Пальцы горы. Я слышал о них, но я точно не знаю, что это такое. Что-то насчет вмешательства в погодные явления. Эти айлейды были просто безумцы. Больше всего архимаг. Так, ну и все. Удачного тебе дня. Попросила принести книгу под названием «Пальцы горы». Она хочет перевести ее. Мне нужно немедленно сообщить об этом Тикиусу. Так, стоп, подождите. Это в том-то и дело, что это не Тикиус. А, вот он. Вот он, Тикиус. Добрый день! Что? Эта книга не только существует, но и Рана знает, где она находится? Это неприемлемо. Эта книга должна храниться в надежном месте, в гильдии. Я верю, что, будучи членом гильдии, ты поступишь правильно и доберешься до этого текста раньше, чем это сделает Рана. Все понятно? Забудь о ее просьбе, отправляйся в то место, что она описала, и возвращайся с этой книгой. Это куда важнее любых мелких неприятностей. Mm-hmm. Если ты отправишься на ее поиски, то, надеюсь, с единственной целью — принести ее сюда. Так, ну хорошо. Поторопись, я хочу как можно быстрее избавиться от... Так, не, я зря сюда пришел. Блин, да где этот выход? Че, ребят, я походу туплю, да? Не, я походу реально туплю. Так, спокойно собрались. Не понял. Вообще не понял. А, блин, господи. Пока увидишь эту дверь. Да. Угу.
Так, а вот еще одни. Слушайте, сколько великих камней душ мы насобирали. Давайте еще немножко попрактикуемся в взломе, пока у нас есть такая возможность. Так, а это... Ух ты! Тоже великие камни душ. Сойдет. Причем их можно брать здесь. Совершенно бесплатно, и это очень даже неплохо, скажем так. Дружище, я у тебя по ящикам пошарюсь, ты не против, да? Ой, смехота, да и только. Так, ладно. Что, куда нам теперь? Ох, офигеть. Да, прилично. Пойдемте. Только единственное, ребят, не хочу я идти ночью, поэтому немножечко отдохнем и пойдем днем. Десять утра, думаю, вполне достаточно. Так, ну что ж, вот так напрямую через лесок. Кстати, тут тропинка есть, поэтому пойдем по тропинке. И вот тут я уже сразу сходу, ребята, вижу что-то. Так, это у нас что такое? Какая-то пещерка. Что? А, тигр. Не хулигань, родной. Неприятная поза, но что сделаешь? Ребят, я сейчас, знаете, в чем попрактикуюсь? Я сейчас попрактикуюсь, вот повызываю вот этого вот дейдрического воина, по-моему, да, или что-то такое. Как он там называется? Пусть он там повыносит всех. Все и вся, скажем. Практически всю ману забирает, но эффект шикарный. Эффект просто шикарный. Сюда. Дверь открывается с помощью удаленного управления. А ну-ка вниз, может быть, там будет то удаленное управление. Огонь. Хедшотик. Ну, не хедшотик, но с первого выстрела. Элегантненько и аккуратненько их перепрыгиваем. Безопасно тебе.
Еще увидимся. Конечно, увидимся. Ну-ка, давай. Фас. Блин. Сражайся. Ну давай уже, господи, ты можешь его загасить или нет? Почему бы тебе просто не умереть? Я сломаю тебя. Все. Вынес. Не судьба ребятам вступить в гильдию бойцов. Ну что поделать. Так, золотишко. Больше никого, да? Как дела? Если ты творишь добро, девять божеств благословят тебя и исцелят от болезней, когда ты посетишь их. Почему в этих пещерах всегда одни бандиты? Думаешь, что я в поддавки играю? Взять их. Не грусти! Никто не живет вечно. Это все, что давай покончим с этим. Че, не замочили моего? А нет, он просто тупо исчез. Развлекайтесь, ребятки. Я разрублю тебя на куски. Наконец-то я попал хоть раз. Рублю тебя на куски! Кажись, походу разрубили эльфийский щит. Так, эльфийская стрела, отмычка, хорошо. Так, правильно идем, да? Думаю, вполне правильно. Так, мне не надо. А, вот, вот еще вот эта комната, да? Вот сюда вот. Мы не заходили. А, это духи. Думаю, что они практически не реагируют. Так, да, ребят, а вот этот последний урон огнем, заклинание, которое мы купили, оно слишком сильное. То есть у нас еще нет... Ой, господи, у нас еще нет такого жесткого скилла.
Поэтому просто тупо урон огнем делаем. Колени. А. Падла. Безмолвие наложил. Колени. Это зря так, родной. Обзываешься. Тебе же хуже. А, это мой обзывается. Господи. Колени, мразь, уже. Дурачелла. Блин, а чё я души не захватываю? Что-то я туплю. Души надо захватывать, тем более у меня камней туйва хуча. Так. Возвращаемся. Ай, блин. Зараза. Ну, прикиньте, как я успел, блин. Так. Санктрум Хатана Вейл. А ну-ка, 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 подождите, ребятки. Блин. А я ступил. Там был проход, а я не прошел. Мне, ребят, надо вернуться. Надо по-любому вернуться. Что ж там был за проход такой? А чё ж я его не увидел сразу? О, блин. Так, сюда. Сюда. Во, видите, как хорошо. То есть еще не полностью пещерку мы. Привет, босс. Исследовали. Что новенькое? Люди говорят, ку-ку. Это ты. Привет. Добрый день. Как дела? Что интересного? Торговля с кубом приносит хороший доход племенам отсюда. Попробуем одного захватить. Блин, нет подходящего камня. Да что ж такое-то, а? Опять нет подходящего камня. Тут у нас что? Ничего. Так, давайте сюда. Вообще мне, конечно, обычные пещеры намного больше нравятся, не знаю. Вот такие вот, вот эти квадратные храмы, как-то вот самый, наверное, скажем, нелюбимый мой вид пещер в Обливионе. Там еле в этом. А вот такие склепы со скелетами, с гробами, с деревянными, вот как-то побольше нравятся именно в плане стилистики, в плане атмосферы. Поинтереснее, что ли.
интереснее будет. Так. Сюда. Не о чем волноваться. Это, наверное, обман зрения. Конечно. Ага. Так, тут больше ничего. Кто здесь? Сам как думаешь, родной? Так, а тут тупичок. Да блин. Что, родной, потерял меня, что ли? Да бедняжка ты. У них отмычек прилично. Что это такое, блин? Магию света нормальную куплю, а? Кольцо с бриллиантом. С бриллиантом кольцо. Да ничего. Выход. Да. Отлично. Вот теперь можно с уверенностью сказать, что да, мы всю пещерку прошли. И это очень-очень хорошо. Зашли в 10 утра, вышли в 5. Не, в 4 вечера. Так, и теперь сюда. Короче, выше по горе, да, надо? Еще одна пещера. А вот это, кстати, мой стиль пещер. Который я люблю. Так, волчок. Офигеть, он отлетел. Ни хулика. Слушайте, тут даже две пещеры, а? Обалдеть. Пещера на виллу. Где она, блин? А, вот она. Прям так сходу, что ли? Так, ребятки, сейчас первым делом сразу захватываем души сначала. Потому что камней полно. Тихо, ребятки. Кто, блин? Не пойдет. Ого. Падлы, блин. Всего одну душу я захватил. С остальными проблема. Ну ладно. Допустим. Что-то я не пойму, как тут ходы-выходы. Ладно.
короткий меч адского огня. 9 у меня 12. Мой получше. Но мой тяжеленный, зараза. Ку-ку, родной. Ну вот. Душу крабика забрали. Большой камень душ. Гаси, 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 гаси. Блин, удастся мне его душу захватить, а? Как вы считаете? Не успел, ребят. На колени. Блин, отойди от него. Во. Так сразу надо было сделать. Назад, ничтожество. Ну-ка, Угар, подожди. Иди, тупец. Гасим, гасим, гасим его. Отлично, пленили душу. Интересно, душа Огра какой статус имеет? Великий, нет? Это было бы интересно узнать. Есть же какая-то, видимо, сводная таблица, да? У какого NPC? Какой вид души, скажем так. Угу. Опять ты, родной. Хорошо, 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 хорошо. Захватили. Великолепно. Еще есть желающие? Есть. Чпок. Все. Мест нету. Иди сюда. Так, с этим надо немножко по-другому разговаривать. Душу мы попробуем тоже захватить. Сохранись передо мной.
Нифига. Что ж такое? Вообще нифига. Столько огров, столько этих самых троллей, а толком ничего. Толком вообще ничего. Так, прикольно, а тут закрыто. Где не пройду. А где пройду, окажись, здесь пройду. Блин, что ж такое? Сюрприз, как говорится. Двоих загасил. Хорошо. Понужили снова акробата. Слушайте, а у меня какие поножи-то? У меня 5. Слушайте, а вот эти? Так, у меня стеклянные. Мне починиться надо. Думаю, что такое? Мне срочно надо починиться. Так, оружейник специалист. Это после 50 я буду. Сейчас у меня 43, блин, еще 7 уровней. Так, ну давайте теперь посмотрим на наши поножи. Нет, мои стеклянные круче. Так что не судьба. Так, а что у этого? Ничего, ровным счетом, бедный. Погиб в этой пещере. Ну, что поделать? Видимо, судьба, судьбинушка такова. Так, еще один. Раз не попал. Он пошел, блин. Вот сюда он пошел, да? Ладно. Да стой, родной. Решил убегать. Ух ты! А вот это уже интересно. Вот это уже очень интересно. Иди сюда, родной. Блин, если у меня сейчас удастся его душу захватить, это же будет прекрасно просто. Сейчас возвращу назад ничтожество. На колени.
Прощайся. Я разорву тебя. Нифига, ребят. Ну что ж за фигня за такая, а? Вот нет подходящего камня души, все, и вот хоть убей. Ну вот давайте посмотрим. Большой камень душ. Уровень души маленький, крохотный. Нет, большой. О, великий камень душ. Хоть один есть с признаком души великий. Текущий уровень души большой, великий, великий. Обычный нет, нет. Крохотный, блин. Ладно. Потом потренируемся в призыве оружия. Так. Это, я так понимаю, выход. Подождите, ребятки. Что-то мне подсказывает, что на выход мне еще рановато. А, подождите, стоп. Тут, по-моему, я не был. Ну да. Нет, не сюда. Блин. Не то, это внизу. Во. Сейчас, кажись, то. Так, ну ладно, аккуратно, 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 аккуратно. Все, в любом случае, короче. А тут, видимо, вход с другой стороны пещеры. А пещера одна. По-моему, так. Блин, прикольно. А, выход вот там. Правильно выйти-то, а? Есть. Так, тут, короче... Где-то тут была еще одна пещера. Да, вот она. Как я уже, ребят, говорил, следую одному простому правилу. Увидел новую локацию какую-то, надо ее исследовать. Чтобы потом забудешь, какие исследовал, какие нет. Чтоб по 10 раз. Крыска. Откуда ты такая большая, блин, наела рожу? Бока. Бока и морду, да? Что она, я извиняюсь, под водой, что ли? А, вот. Что-то не увидел. Свежеиспеченная. Ха-ха-ха! Ты двигаешься, как беременная корова. Сейчас я тебе устрою. Колени,
Сейчас, родная. Нет. Блин, а у нее дейдрический лук, оказывается, а? Хорошо. Так, что тут есть? Знаете, вот что заметил, есть пещеры реально богатые на лут. А есть не очень. Это ветер. Осторожно. Умри, тварь! А есть не очень богатый. Причем это не зависит от места на общей карте и от вида пещер. Просто так рандомно. Не знаю, зависит ли это от текущего уровня игрока. Возможно, тоже. Чем выше уровень, тем богаче лут. Но это логично, иначе было бы неинтересно играть. Если на высоких уровнях попадался всякий хлам, а на низких уровнях попадался, наоборот, какая-нибудь навороченная броня, доспехи там и так далее. Так что, может быть, это своего рода логично. Есть такая система баланса. Но на 100% утверждать не могу. Кто знает, напишите. Мне тоже было интересно узнать. Так, дверка. Еще одна дверка. Она родной поразвлекается с моим. Что это? Кто здесь? Да, чтоб тебя. А, не, я попал. На колени. Сейчас ты упадешь и истечешь кровью. Сейчас ты упадешь. Все, ребятки, хватит. Так, внизу там есть что, не? Так, кажись, нет. Так, вниз, давайте сюда. Еще одна ловушка. Ты посмотри, а? Ага, это я, значит, отсюда вышел. Ладушки. Так, ну что, двинем дальше, в принципе, по нашему основному квесту. Три локации посетил: пещера Черная Скала, пещера Новил, Хратанда Вейл. Неплохо, неплохо. Ух ты, посмотрите, какая красота. Блин, а что это за планета? Неужели Луна в древности? Ну а чё? Вполне возможно. Может, оно и так и есть. Такое ощущение, как будто стрела прям туда улетела. Вон она летит отсюда, я вижу. Да хорошо летит, блин. Выше и выше в горы поднимаюсь. Имперский город, интересно, будет виден? Вон он виден, ребят. Виден вдалеке, но виден. Так, мостик. А это Корал. Виднеется вон в город. Так, что тут у нас?
нашел. Облачная вершина. Что ж это такое? Горевшие останки. Пальцы горы. Книжка. Кстати, у меня задание называется «Пальцы горы». Ну-ка. Давайте посмотрим. Блин, чертова туча разных этих самых книжек. Ух ты! Вот, ребят, это все-таки связано с квестом. Мне удалось найти книгу «Пальцы горы». Теперь мне нужно отнести ее либо Иране, которая живет в Таве... А, так это и есть эта книжка! Слушайте, ребята... Это что получается? Мне нафиг не надо... А, ну все, это же и есть облачная вершина. Ребят, торможу. I'm sorry, торможу. Чуть-чуть. Немножечко, чуть-чуть. Вот если сейчас спрыгну вот так. Опачки! Я лечу, ребята! Кирдык мне. Бля, я еще и живой. Никогда б не подумал. Так, вижу фортик очередной. Давайте сходим, чё. Лишним не будет. Проверим, что там. Когда я уже могу, вернее, смогу зачаровывать оружие? Батюшки, ты кто, блин? Моего дружка тебе. Чё, какой-то вообще ледяной отранах. Я думал, там что-то посерьезнее будет. Нифига. Так, не то заклинание применил. Так, внизу есть что? Не, ничего. Ну ничего так ничего. Давайте внутрь. Вот эти локации Legend of Grimrock напоминают очень сильно. Серебряная стрела, две штуки. Ну хорошо. Так, а я что-то не пойму. Как открыть? Где-то что-то должно быть. Блин, как открыть калитку? Слышь ты, девочка. Так, отсюда я взял стрелы. Может быть, сюда что-то положить надо? Нет рук, а здесь руки есть. А может, неспроста тут рук нету? Хм. Так, ну что можно сказать? Две стрелы мы нашли. Это не просто так. Как открыть ворота? Может быть, надо по этим ребятам стрельнуть?
А, есть. И причем вы поняли, да, не обязательно теми стрелами. Ку-ку. Развлекайтесь. Кто, блин, зараза? Возьму зелье, а лечение нафиг не надо. Так, что у вас есть, ребятки? А, зелье волшебства. Я так понимаю, этот форт захвачен магами. То есть у меня есть большая вероятность того, что я смогу хорошо, ну, скажем так, относительно, да, хорошо запастись вот именно зельями, вот этими, которые повышают ману. Зелья, которые повышают здоровье, они меня сильно не интересуют. Здоровье я и так неплохо могу повышать способом магии. А вот зелья маны очень даже нужны. Кстати, ребят, смотрите, три рычага. А, блин. Что ты, дракошка? Ты можешь меня достать, да? Попробую я твою душеньку захватить. Что-то я не понял. Во. Отлично. Душа моя. Так. Давайте попробуем первый рычаг. Открылась решеточка. Хорошо. Это она вызвала, ну на моего. Попробуй. Давай, очень быстро убьют. Слава богу. То я думал, все. Почему у них так мало этих зелий волшебства? Нет бы было целая куча. Все стандартное, да? Зелье волшебства, зелье. Только вот у этих, допустим, по две микстуры волшебства и по три микстуры лечения. А здесь пещеры, у которых по 120 микстур было у каждого мага. Допустим, волшебства и, допустим, по 150 микстур лечения. Вот это я понимаю. Великое кольцо гадюки. Это я удачно зашел. Слушайте, сколько тут колец максимум можно? Сила воли 8 единиц. Сопротивление параличу. Сопротивление ядом. Угу.
Ладно. Максимум можно носить 2 кольца. Хорошо. Сюда иди. Достал, честное слово. Ой-ой-ой. Так, дальше куда? Офигеть, тут ко мне идут, блин, конечно. Так, а вот здесь вот надо аккуратненько, иначе можно просто-напросто попасть вот сюда. Ну, вы поняли, да, ребят, я это сделал немножко преднамеренно. Опять тролли бухающие, блин. Куда эта кровь капает вообще? Так, сейчас, подожди, родной. Слушайте, давайте меч возьмем, чё я парюсь, блин. Это Макса создает. Твою налево. Хотя что, пусть создает. Я души пособираю. 10 призванных животных тоже можно души собирать. На. Моего красавчика, иди. Сейчас ты будешь лежать на земле, я разорву тебя. Дримовская клеймора. Удастся захватить, это будет очень хорошо. Нет достаточно большого камня. Видимо, уровень души у него великий. У меня камня подходящего нет, жаль. Чем, интересно, черные камни душ отличаются от обычных? Допустим, от тех же великих. Какое там основное отличие? Так. Пещерка. Приличная по размерам. Ну, форт вот этот, да? Так, пошел отсюда. Теперь вышел вот сюда. Отлично. Все окончено здесь! Чё, статус поврежден? Статус чего поврежден? Блин, надо лук как адского огня починить, ребят, он у меня уже убитый, убитый, вообще убитый, к сожалению. Да будет свет. Не, не электрик сказал, этот Макс сказал. И потратил ману. Сказал Мак и потратил ману.
Так, на выход, да? Да. Да. Так, ну, лады. Все, сделали мы все, что хотели, ребят. Возвращаемся в Корал. И отдаем. Хандитар мое имя. Я охотник и горец. Ага. Учение. Я слышал рассказы о женщине, которая обошла пешком весь мир, прежде чем осесть где-то в Сиродилии. В Анвиле, по-моему. Мне кажется, ее звали Брадус. Руния или Рулия. Как-то так. Если эти рассказы правда, она, пожалуй, сможет научить тебя еще чему-нибудь. Угу. Обучение атлетики. Но это тебе нужно отыскать Русию, Брадус. Да, это все очень странно. Рейнольдс, с которым мы сталкивались несколько раз в Короле, вел себя так, как будто совсем не знаком со мной. Кроме того, он казался трезвым, что очень необычно. Обычно Рейнольдс шатается по Королу пьяный в стельку. Все это очень странно. Впрочем, это действительно не мое дело. Так, вот какое-то задание добавилось. Береги себя. Хорошо. Блин. Нафиг меч достал. Так, ну ладно. Это кто у нас стоит? А, это барышня. Я жду эту книгу. Жди, жди дальше. Искренне приветствую тебя. Жди, родная. Приветствую! Пальцы горы. Тебе удалось найти эту книгу? Похоже, мое доверие тебе оправдалось. Давай ее сюда, пожалуйста. Да, она. А, да, это действительно та самая книга. Тебе ведь не удалось даже открыть ее, я полагаю. Тогда все хорошо. Тебе удалось оказать услугу гильдии, и я благодарю тебя за это. Ты получишь рекомендацию, о которой просишь. А теперь я должен положить эту книгу в надежное место. Прошу извинить меня. Угу. Приветствую! Задание завершено. Она не смогла заполучить эту книгу, и этого достаточно. Ниже моего достоинства уделять внимание мелким сварам. Прощай. Так, ну что ж, я это сделал. Что, красавица? Привет! Что? Кто-то смог снять проклятие с того бедолаги в часов. Удачного тебе дня. От тебя веет силой. Я устала от ожидания. Где моя книга? Угу. Книга отдана Тикиусу. Что? Ему? Эту книгу? О чем ты думаешь? Я надеялась, хоть у одного мага в этой гильдии есть голова на плечах. Хорошо, хорошо. Мы еще можем все исправить. Тебе нужно забрать ее назад, только и всего. Ты ведь состоишь в гильдии, так? Ты можешь свободно войти туда, найти эту книгу и забрать ее. Или вломись туда и забери ее. Мне нужна эта книга. Как только она окажется у тебя в руках, сразу принеси ее мне. Может, раздвоить надо. Я все равно вознагражу тебя, как обещала, несмотря на твою глупость. Теперь иди. Нет, я не буду делать этого. Действительно? Ба, было глупо с моей стороны довериться тебе. Убирайся с глаз моих. Задание Привет. Завершено. Как поживаешь? Тебе... Я не хочу иметь с тобой дело. Исчезь. Ну, ладно. Не очень больно было надо. Так, что у нас дальше
по плану. Лейявин. Далековато, далековато. Но надо идти.